капельку. Так, одну убил. Ау. Больненько немножко получилось, ну да ничего. Блин, надо было из капель... О, кстати, смотрите-ка, мы теперь восстанавливаем свое здоровье теперь. Как-то это неожиданно даже. Давайте подождем. О, круто. Ау. Так. Я помню, тут какая-то проблема была. Небольшая. А, все, вспомнил. Все. Я вспомнил, друзья. Вспомнил. Ой, не туда нажмал. Так. Открыли дверь, оружие не то взял. Закрыли эту фигню. Пошли наверх. Пошли совсем наверх. А что у нас здесь есть? Здесь у нас... Стоп, а здесь что-то должно было быть, по-моему. Или... Это будет после того, как я вот эту фигню активирую. Ты прикалываешься, что ли? Во. Теперь у нас, видите, здесь закрылась дверь. И внизу... Все смылось. Все совсем смылось. Давайте сейчас проверим. Во-первых, возьмем одну рыбу. Во-вторых, мы съесть ее не можем. Так что хрен с ней. Так, ладно. И вот здесь у нас, по-моему, ключик будет. Да. Я правильно помню. Так, знаете что? Знаете чего? Знаете? Как-то подлагивает здесь музыка, честно говоря. Да ладно. Так, здесь, по-моему, нужен... Да. Не спрятать здесь капельки. Этот дух, он, короче, высасывает ману, если вкратце, который вот был там. Опять-таки особо сложного здесь ничего нету. А, ну да, точно, мы же его не можем убить таким образом. Огненного вообще не убить огненным мечом, что в принципе логично. Огонь огнем не потушишь. Вызываем тень, по-моему. Здесь, я помню, была вот эта фигня.
Не то, ладно. Нужно было бы, конечно, простым способом показать, как это все разрулить. Ну да ладно, коли уж не получилось бросить гранату с первой попытки. Я думаю, что и так все будет нормально. А! Ай. Да пошла ты, мелкая гадость. Так, ничего не выпало. По идее, все. Заходим. Здесь можно поджечь. По-моему, опять-таки за поджигание всех там что-то дастся, что уже не помню. Там как-то надо порядок, что ли, правильный включить. Желтый ключ, короче, нам дали. Ой. Геморрой. Да ё-моё. Это все из-за мух. Мухи меня бесят. Жужжат себе в ушах и жужжат, 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 и жужжат. Кабум! Дверь открылась! Сразу видно, что разработчики игры нас определенно любят. ХП макс. Блин, ну я даже не знаю. Не особо охота жрать вот эту фигню. Давайте пока пойдем посмотрим, что у нас там получится. Так. Я вспомнил эту тупость. Они будут появляться до бесконечности, пока не будет нажата кнопка вот эта. Так, ладно, ждем восстановления. Идем дальше. Ай. Получили зеленый ключ. Здесь упали вниз. Синего ключа у нас нет, но переключатель мы переключили в правильное положение. Вот, видите, теперь можем туда пройти. Я вот единственное, что не помню, по-моему, синий. По-моему, синий ключ. Ай. Ну и хрен с вами. Ай. Да, тише ты, что ж творишь-то? Вот. Зеленый ключ сюда. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не.
Это дорога опасная. Я туда не хочу пока что. Скоро вы, друзья мои, поймете даже, почему я туда не хочу. Ну, насколько я помню, конечно. Давайте, на всякий случай, сохранюсь, если я ошибаюсь. Да, еще раз взяли синий ключ. Так. Красавчик просто. Просто шикарен просто, я не знаю. Мужик. Мужик. Дай! Деска, что с тобой, как говорится, не так, да? А. Хилочка у нее теперь пиздец какая жесткая. Теперь мы можем наконец сюда спокойно упасть, пройти вот сюда. Хорошая. Хорошее знакомство. Здесь дан сразу сокращенный путь. Так, мелкого нам. Я вот не помню, но по-моему нам мелкого. Да ё-мо, трогать было не надо. Да хорош! Ты чё творишь-то, слышь? Ирод. Ничего не дадут. Ну и хрен с вами. Ай-яй, больно. Так, ладно. Ау. Хорош так делать. Так, давайте я все-таки использую тень. Потому что, честно говоря, искать ее, ну именно искать мне лень. Ну и плюс, помимо всего прочего, я же не просто так все это делал, правильно? Я же зарабатывал эти все вещи специально для того, чтобы... Да пошел ты. Вот, его, короче, можно убить, пока он вот в таком виде, и это хорошо. Прикапывайся, дружок. Кушай.
Давно я не использовал ифрита. Давайте, ау, больно. Давайте используем, ау, больно, ифрита. Половину хп надо вообще никак невозможно сделать. Но здесь можно, кстати, довольно нехило, по идее, набивать очки, если тебя, конечно, не убьют. Даже блин бесит. Я помню, что я проходил эту хрень, но простите, как я это делал, я уже не помню. Да пошли вы. Я тут сейчас все эти просру таким образом. Пошли вы. Здесь нужна тень. Я понял свою ошибку.
Здесь нужен не он, здесь нужна тень. Почему у меня нету красного ключа и куда я его дел, кстати говоря? Вот сейчас только не говорите мне, пожалуйста, что ключ мне мною просран где-то. Что это будет очень-очень обидно. Ладно. Ну, я, честно говоря, понял примерно, как действовать. Не там. Не туда. А, теперь ты здесь тень не возьмешь, ё-моё. Вон она чё, смотрите-ка. Так, давайте, короче, забьем немножечко на вот этих ребят. Надеюсь, что у меня получится на них подзабить. А, все, я лоханулся. Я лоханулся. Дважды лоханулся. Сейчас вот второй раз только что. Сюда нам надо. Okay.
Так, успею, не успею, не успел. Ладно, значит, ифрита. Ау. Друзья, что молча. Просто здесь их столько. Сейчас хочется иногда этих гадов прибить. О-о-о. Интереса, омега-30, омега-30. Ну, меч омега у нас, в принципе, есть бесконечный, так что можно и ту, в принципе, выбросить. Они нам не нужны. А вот похилиться нам бы теперь не помешало. Смешно. Понятно. Можно немножко сочерить. А, ну, в принципе, здесь есть эта штученция, да? Так, а получается, нам тогда в любом случае сюда надо было, да? Значит, я зря туда, в ту комнату прошел. Но надеюсь, хотя бы то, что я ее обезоружил, она теперь будет такая же, какая и есть. Ага. Нет, нам не сюда, сюда. Ага, с тени мы не войдем. Слышь, ты борзый? Иди нафиг отсюда, а? Типа умный, что ли, самый, да? Так, давайте попробуем просто сделать вот так. Поимели тебя немножко здесь, дезертирка? Ничего страшного. Оно того, наверное, все-таки стоило. Сюдой. Ай, поджег себя все-таки. Рановато я сюда пошел. Надо было вот сейчас сюда идти. Я заждался тебя.
Ну что же, это была очень интересная игра. Но теперь пора ее закончить. Ты не можешь остановить воскрешение создателя Саре. А серебряного наруча Агита. Будем надеяться, что смогу. Смогу. Будем. Отлично, золотой наруч. Поздравляю тебя за упорство. Поздравляю тебя с твоей же смертью.